вот всю жизнь вот живешь в России, ты понимаешь, что там нахуй никому не нужен. Вот ценность человеческой жизни вообще ровно ноль. И даже вот, пожалуйста, сейчас опять эта война на Украине. Не буду уходить в подробности там. Сейчас просто вспоминаю ребят, которые молодые у нас погибли тоже. Просто ради чего, непонятно ради чего, блядь. И вот как-то меня сейчас прям разрывают всякие эмоции и злость. Именно того, что ты хочешь быть полезным своей стране, ты ее любишь, но в твоей стране правительство, которому абсолютно похуй. Вот документы у меня с собой. Первый. Ветеранское удостоверение, которое мне выдали на Кавказе. Нахуй. Военный билет, который, блядь, я служил там, хуй поймешь зачем, блядь, для кого. Нахуй. Паспорт российский. Загранпаспорт. Надеюсь, видно, вот они. Куча, блядь, хуйни. Россию люблю, всех людей русских люблю. Но Путин — это не Россия. Правительство наше сейчас — это не Россия. Путин пошел нахуй.